Красивый конь. Только что с ним делать на ферме? Ты, надеюсь, помнишь? Впереди плата за аренду. Ты дурак, Тед. Рози тебя никогда не простит. За сколько? Ты купил его? За сколько ты его купил, Тед? Я мог бы запросто соврать. Да не такой я человек. 30 гиней! 30 гиней? Он и 10 не стоит, ты совсем спятил. А как быть с арендой? Он очень сильный, Рози. Глянь, как голову держит. А ты подумал, как мы будем на нем пахать? Тед, ты должен отдать его обратно сейчас же. Нет. Проси на коленях, чтоб тебе вернули деньги. Надо. Да кто его возьмет, он не объездит. И как ты его объездишь твоей-то ногой? Я объезжу. А ты вообще не суйся, ты в лошадях ты ничего не смыслишь. Ну, мам, пожалуйста, я смогу, вот увидишь. Давай оставим. Выбора-то нет. Ладно. Ну, чтобы через месяц он был объезжен. Не то я сама верну его. И как ты дошел до 30? Какой еще дурень так взвинтил цену? Лайонс. Мы все потеряем. И так-то худо, а теперь потеряем все. Мам, не волнуйся. Я его объезжу. Ладно, давай за дело. Исправляй, сынок, беду. Расплачивайся за ошибки дурни отца.